Ну, чё-то странно. Ладно, а ну вот сейчас контрольный вопрос просто. А вот... Я не могу уже больше на это говно отвечать. Я не собираюсь, я дебил. Я уже не могу, я сдерживаюсь, я сразу смех. Уже надо минут 5. Окей. Уже это прохило. Какой нахрен класс, я ещё не знаю, что мне. Ты бы хоть предупреждал, что будешь обо всем спрашивать. Я вообще ничего не знаю, что отвечать. Совсем псих, боже. Да я уже сам 3 минуты еле держусь как-то. Так давай еще раз, давай все сейчас. С какого? Вот с этого. Так, все, хватит телевизор смотреть. Я тут новенький в этом городе. Нужно познакомиться с соседями. Может окажутся нормальными пацанами, нормальными людьми. Да, давай. О, господи, прости, это кто еще такой нафиг? Что за извращенцы тут живут? Что он вообще там делает за... Что-то там странное происходит. Так, кто это такой в этот раз? Не везет мне что-то с соседами. Что он там делает? Чем он там заним... Так, ладно. Извращуга какой-то, походу, нужно выяснить, кто это такой. С ним познакомиться. Сосед, ты дома? Сосед. Ой, да кто там опять шумит? Кто там открывай, опять открывай, шумит? Открывай, девочки, открывай. Девочки, подождите, я сейчас вернусь, девочки. Так. Да открывай ты уже, там, давай. Да кто там, кто там? О, господи, это еще за чудо. Ладно, не важно. Сосед, я тут новенький на районе, поэтому хотел познакомиться, но, наверное, сейчас жалеть об этом буду. Ну ладно, давай знакомиться. Да можно... что вам надо, тупые соседи? Ну знаешь, ну, во-первых, я впускаю только тех, кто ставит лайки. Ты лайк поставил? Да, поставил, и не один, вообще много лайков, все поставил, чтобы я вошел в твой дом. Можно? Да, ну это еще не все, подожди. Да ну, во-первых, чё? Не только лайки нужно ставить. Я ненавижу людей в одежде, поэтому снимай свою одежду, тогда ты сможешь войти в мой дом. Потому что я нудист, и я презираю одежду. Извращуга проклятый, иди отсюда! Ох, уже же... Иди отсюда, уже жалею, что переехал сюда, господи. О, боже, ну и пожалуйста, девочки, я иду, девочки. Офигеть. Нужно познакомиться, хоть он извращуга, нужно с ним познакомиться. Сосед, открывай. Кто там опять пришел? Ой, ты мой любимый сосед пришел, Адус, как дела? Я еще пожалею, но мне нужно друзей новых завести. Я согласен, сосед, я разденусь, хорошо? Он, да, давай, раздевайся, заходи. Раздевайся, вот, можешь повесить на вешалку свою одежду, вот сюда. Можно не догола, я только верхнюю одежду сниму, хорошо? Ну ладно, так уж и быть, хотя бы верхнюю одежду сними. Слава богу. А вообще вот учись, смотри, как нужно в каких нужно труселях модных ходить. Вот смотри, видишь, попка. Видишь, попка открыта. Ты, ладно, иди вон. Так, сейчас. Ну быстро давай раздевайся. Да, а что у тебя так много одежды? Какая-то цена. Ну это верхняя же одежда, вот так нормально. Я не смогу больше снять. Ну ладно, хорошо, так уж и быть. На первый раз тебя прощаю. Но потом, если явишься, нужно будет вообще все снять, ты понял, да? Прям все. Ну да, прям полностью. Понимаешь, кожа должна дышать, а одежда это вообще фигня. Ну я по тебе заметил то, что фигня. Ладно, давай, сосед, рассказывай, кто ты такой, чем занимаешься, ну кроме нудизма. Ну я, в общем-то, просто сын олигарха, и, в общем-то, да, и поэтому я тут живу, я не работаю, я только вот тут развлекаюсь, один тут живу, вот, и разыграю. Нужно было догадаться, что все богатые сумасшедшие. Ну ладно, давай, сосед, корми меня, давай. Тебя кормить. А что ты будешь? Ты будешь печеньки? Печеньки и сок какой-то, если можно, да. Давай. Сок, ладно, хорошо. Вот это сок, смотри, вот это сок на столе или что это? Да, можешь выпить, он немножко невкусный, но он... Тебе не нравится? Какой-то испорченный сок, меня аж тошнить начало. Так, то сейчас я тебе сделаю так блендеры, ну, вроде бы делается. Так, яблочко, хочешь яблочко? Да, не хочу яблочко, я хочу яблочный сок, я сок хочу. Я чё? Такое не умею делать, я могу только засунуть, видишь? Хочешь, я тебе дам печеньки? Печеньки, покушай печеньки. Ой, ну ладно, давай. Чё ж меня так колбасит? Это точно сок был? Ну да, там немножечко спирта я налил. Ну я тогда для вкуса. Чё, спирт не ощущается, моча какая-то ощущается. Ну ладно. Печенька вкусная. Вот печенька вкусная, но я половинку съел, мне больше не надо. Да когда меня отпустит-то?
Да никогда, все, ты будешь вечно под моей спиртягой, так, под моей спиртягой. Я хочу сок, замути мне что-то в блендере, сосед. Давай ты мути, я не умею. Да я тоже. Я тоже не умею, сосед. Вот смотри. Да давай. Вот смотри. От яблочка, арбузик. Нет, морковку. Ну, морковку я бы тебе дал. Да давай морковку тоже засовывай свою морковку. Никуда я тебе морковку не буду засовывать, извращуга, я ее лучше сюда спрячу. Да ладно, тебе засовывай морковку. Вот ты, сосед, дебил, вот смотри, у тебя есть сок вот тут. Вот сок у тебя. Ну пей, если хочешь. О, слушай, сосед, извини, конечно, но у меня тут это просто срочный сеанс с девочками. Ты можешь, пожалуйста, удалиться, я вот тебя прошу. С девочками? Ну. Да, с манекенами. Ладно, я пойду. Странный ты конечно. Да, ты приходи, там, может, завтра придешь. Ну я, короче, пока тут буду занят. Ну ладно, давай, пока. Так, ну хорошо, давай. Девочки, я иду к вам. Ой, какой-то очень странный сосед. Вот голый лежит перед входом. Тут люди ходят, а он голый лежит. Вечно что-то горит, какие-то девочки, хоть... Вот, извращуга. Хоть на самом деле сам живет, ни разу не видел, чтобы у него какие-то девочки дома были. Что-то он темнит. Вот даже не знаю, кто это. Нарколыга был, манечина был. Это точно извращенец? Но что-то тут неладное. Нужно будет потом узнать. А то как-то не очень хочется по соседству жить с извращугой. Буду спать, а там придет и потом вставит и никогда себе не прощу. Ладно, сейчас разберемся. Так, нужно вернуться к соседу и больше никогда к нему в гости не пойду, только вещички свою заберу, а то забыл там на манекене. Сосед, открывай давай, извращуга, открывай. Ау. Так, не открывает опять что-то там. Ага, наверное там смотрит что-то по телевизору, даже не хочу задумываться, что он там смотрит. Ну ладно, вещички свои нужно забрать. Ну когда там уже интересные передачи-то будут? Вот тупой телевизор, оттупойте. Ты что тут забыл? Сосед, не ори, я просто вещички свои забрать. Зачем мне твой телевизор? Вот. Вот мои вещички, вот. Я их одену, ты не против? Вот одевай и проваливай. В моем доме с одежды не ходят. Да куда проваливай? Вот я уже раз зашел, значит нужно посмотреть. Давай рассказывай, что у тебя тут. А кстати, сосед! Какие девочки? Ты каждый раз говоришь, какие-то девочки. Да, хоть... нет, никаких девочек нету. Ты что, ты такой вот, говоришь? Вот там кто-то есть. Там никого нет, там вообще никого нет, там никого. А почему ты всегда говоришь, девочки, хоть тут никого нету? А у меня просто, понимаешь, никогда не было девочек, и поэтому я такой, девочки, где же они, девочки? Ну, темни что-то, а может на втором этаже кто-то есть, а? Раскусил тебя! Нет, там ничего нет на втором этаже. Вот там туалет есть, можешь ходить там пописать. Вот пописать, да, пасать что-то очень хочется. Так, ладно. Ну пойдем с вами туалет. В смысле пойдем, ты сосед? Ты что, извращуга, я понимаю, что. Давай, давай, я как раз хотел в душ сказать, ты раздевайся, писай, не стесняйся. Не хочу я писать, уйди отсюда, сосед. Да, давай. Да все, вот, ничего, домой пойти пописать. Да я схожу быстренько. Нет, давай, ну ты. Ну ладно, иди, давай. Ой, извращуга, проклятый. Да ты уйди! Да ты раздевайся, что ты в штаны-то какаешь, раздевайся. Сосед, мне как-то стрёмно, если честно. Я не такой, как ты. Ну давай я буду под душем мыться, я не смотрю, давай. На-на-на. Обернись, в другую сторону смотри, Хорошо, ты какай. Ой, как валяется, что ты такое делаешь-то? Так, слушай, давай слази, у меня запор, я хочу какать, да ну слази. Ай, ладно. О, да, полезло, да. Сосед, а это что такое? Что за цифры? О, так полезло, какая жесткая. Ладно, фу, ты вонючий. Да ты куда ты пошёл? Ты там какай. Ой, да. Лезет. Ой, все, так смывать надо. Ой, так. Сосед, ты где? Сосед, как ты тоже сюда попал? Да, сосед, у меня вопрос. Это что за причиндалы у тебя тут такие? А это молоточки. Молоточки бить, молоточками надо. Чё ты вообще несешь? Какие молоточки? Смотри, какие огромные. Я даже не знаю, что это. Это молотки. Видишь, вот рукояти, вот молоток. Розовые молотки? Да, я просто извращенец. Мне нравится молотками всегда.
Розовый. Смотри, волосатые молотки, тут еще какие-то молотки. Что это такое? А это вот... А это что? Это... Да, это его, это Петрович, Петрович, медведь Петрович, он вот, короче, лежит тут, отдыхает. Что он делает? А он просто рычит. Да, ладно, а что это? А это что такое? Смотри, это что нарисовано? Смотри, это восьмерочка, тире-тире-тире-тире и буковка Д. А что это означает? Это означает бесконечность, не предел. Ладно, второй вопрос, сосед, сейчас ты точно не отвертишься. А вот это что за штукенция, а? Вот это, вот это еще, что это такое? Это, вот смотри, вот это, понимаешь, вот телефон, да, когда тебе звонит, у тебя вибрация, да, идет. У меня вот вибрация сломалась, поэтому я вот эту штуку приклеиваю к телефону, чтобы вибрировало, когда звонило. Ага, а телефон, наверное, себе в труселя в задний карман, да, вот там где-то ложишь? Не-не-не-не-не-не-не. Ага, конечно, ладно. А вот это что? Вот это что такое? Фалло. Чё это вообще такое? Странное. Это, ну знаешь, вот есть флаги, да, а вот к флагам такая палочка крепится. А, да-да-да, я понял, сосед, да. А флаг где? А где сам флаг? А флаг вот наверху. А, чё-то странное. Ладно, а ну вот сейчас контрольный вопрос просто. А вот это... Я не могу уже больше на это говно отвечать. Я здесь называюсь дебилами. Я уже не могу, я сдерживаюсь, я сразу смех. Уже надо минут 5. Окей. Уже это прохина. Какой нахрен флаг, я еще не знаю, что мне. Ты бы хоть предупреждал, что будешь обо всем спрашивать. Я вообще ничего не знаю, что отвечать. Совсем псих, боже. Да я уже сам 3 минуты еле держусь как-то. Так давай еще раз, давай сейчас, с какого? Вот с этого. Ой, сосед, странная у тебя комната, если честно. Чё-то мне не очень это все нравится. Да ты чё, да ты заходи, ну вот смотри, тут всё классно, тебе понравится. Ты только попробуешь и все, уже больше ты захочешь время теперь так это делать. Чё делать? С молоточками играться? Пошёл ты! Ну подожди, сосед, ну вот теперь, вот понимаешь, ты уже знаешь, кто я. Ну пойдем вниз, тебе кое-что покажу, да пойдем. Ой, я боюсь даже представить, да, что ты мне сейчас покажешь. Да ничего не... Может я тут... Ну, а, кстати, сосед, нет. Это что такое? А тут... Я только сейчас заметил. Ничего нет, все, пойдём вниз, пойдём. Сейчас, ты чё, турецкий учишь? Да, чуджун. А вот это как читается? Идак! А меня научишь? Джун! Идак, правильно? Да, правильно, спускайся. Все, сосед, я домой пошел, иди ты. Не, подожди, дайте мне. Что тебе надо? Ты присядь на диванчик. Так, ты там никакие палки не натыкал сюда в диван. Сейчас присяду и потом. Никакого подвоха, садись. Ой, ладно. Ну. А смотри на телевизор. Там телевизора нету, к сожалению, сейчас поставим. Вот сейчас телевизор. О, смотри. Вот за это переключить можно сейчас? О, вот так. Да. Кухня. Что, нравится? Тебе нравится? Что ты там делаешь, извращуга? Массаж? Тебе не нравится массаж? Себе массаж делай, там, где я подумал. Иди, фу! Не хочу даже с тобой дружить. Ты заходи, если что, заходи, не переживай. Конечно, зайду. Никогда не зайду. Как хочешь. Так, ой, я даже боюсь возвращаться в этот дом, но нужно что-то делать с этим соседом. Нужно узнать его все секреты. Тюрягу его нахрен посадить, потому что опасно жить, опасно с таким извращугой жить по соседству. Нужно его в тюрягу запрятать, и потом буду спокойно себе жить в этом прекрасном райончике. Так, я, наверное, знаю. На-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на, на-на-на, на-на. Ага, сосед, свалил! Ты как сюда попал? А, ну ладно, сосед, ну проходи, да ты не переживай, пойдем. Так, давай, показывай все свои секреты. Где, какие девочки, какие девочки? Как ты попал сюда, вообще понять не могу. Ну, в смысле, да ты ж тупой, ты там код на стене написал. Да, ну ладно, неважно. Ну смотри, садись, сосед, садись на мой стульчик, садись за стол. А девочки будут?
Там никаких девочек, вот я шашлычки жарю, хоть шашлычки? Человеческие, да, с девочек делал шашлычки? Да не, тут нет никаких девочек. Ладно, давай шашлычок, так, давай. Так, ну шашлычки хочешь, да, вот смотри, да. На шашлычок. Вот, и там, можешь попу его засунуть, в принципе, тоже будет неплохо. Да, давай я его поджарю, будет гореть, и тебе засуну, чтобы ты больше о таком никогда не думал, хорошо? Ой, да ладно тебе, сосед, сейчас тебе все понравится. Смотри, тут можно прыгать, смотри, можно на батуте. Тут так прикольно. Присоединяйся, сосед, иди сюда. Сосед, давай. Я хочу вот эту сосисочку, но что-то я стремаюсь. Она больше на что-то другое смахивает, чем на сосисочку. Поэтому да, я ее лучше выкину. Да это сосиска, что ты переживаешь? Давай прыгать. Ладно, вот попрыгать можно. Вот хорошая идея, сосед. Давай. Да, давай мы попрыгаем на друг друге, давай. Да тебе... Я лучше пойду покупаю тебе там себе прыгай. Да ну подожди, стой, сосед. Вот, да, молодец. О, прикольно. Давай, а теперь бассейн. Офигеть. Так. Так, я к тебе, сосед, я к тебе. Сосед, а это что там было? Что это такое? А это, там, просто понимаешь, я люблю какать в бассейн, вот, и я там сделал себе водосточную трубу, там, ты какая. Фу, я чувствую, я только в нем купался сейчас. Да, там все фильтруется. Ты уверен, что фильтруется? Да, там уже водосточная труба, там все фильтруется, да. Это точно водосточная труба? Чё-то как-то странно. А чё там за свет какой-то? Чё за подсветка? А, ну, это подсветка, я сделал подсветку, да, чтобы все было красивенько. Чтоб какашки свои. А ты чё это вообще в одежде сюда пришёл, а? Какого чёрта ты сюда в одежде пришёл? Ну, в смысле, а ну пошёл отсюда вон! Сосед, успокойся! Пошёл вон с моей квартиры, пошёл отсюда вон! Уйду ты! Ладно, извращуга. Я больше здесь не появлялся в одежде. Сосед, ладно, знаешь что? Всё, не хочу тебя больше видеть! Ну, сосед, ну ты приходи, я тебя буду ждать. Ладно, ты приходи. Только без одежды желательно. Да, конечно. Так, настало время узнать все секреты этого соседа странного. Нельзя все просто так оставлять. Мне кажется, он сейчас будет спать. Ночь же на дворе, по идее, да? А у меня есть все карточки, есть все пароли, я все узнал об этом извращуге. Сейчас пойду и узнаю, что это за водосточная труба. Чё он там каждый раз говорит, какие-то девочки, ладно. Фух. Так, нужно прыгнуть в бассейн, вот так нужно прыгнуть. Ой! Так, тут какая карточка? Вторая, так, да, вторая карточка. Да, подошла. Так, дверь. О, сейчас узнаю все его секреты. Да, давай, Дианочка, да, Дианочка, давай. А, сосед! Я знал то, что тут есть какие-то дивули, я тебя раскусил. Это еще кто такие, а? Так, сосед, знаешь, ты зашел слишком далеко. Либо, у меня здесь два варианта. Либо ты присоединяешься к нашей тусовочке, либо ты умрешь. К вашей тусовочке? Да никогда в жизни, никогда! Я с извращугами... Ну тогда иди ко мне, мой сладкий! Отстань, я извращуга, отстань!